Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем канале, который называется «Партнерство с компанией Amway как образ жизни». И в сегодняшней рубрике мне хочется вам рассказать немножко относительно категории стирки. И речь пойдет о кислородном отбеливателе. Выглядит он вот таким образом. Килограммовая упаковочка. И вот почему именно мы в своей семье выбрали этот кислородный отбеливатель? Ну, возвращаясь обратно, скажем, к тем роликам, которые я проговаривал, вся продукция компании Amway содержит BioQuest-формулу. А это говорит о том, что даже вот если мы берем этот кислородный отбеливатель, он никаким образом не влияет на канализационные трубы какие-то, на канализационные стоки. Это средство биоразлагаемое, соответственно, оно не причиняет вреда ни здоровью человеку, ни природе. Не содержит хлора, не содержит фосфатов и каких-либо других кислот. И опять же, вот возвращаемся к тому, что продукция компании Amway – это концентраты. И это тоже концентрат. И если мы будем, допустим, класть на стирочку, нам достаточно будет чуть больше половинки вот этого колпачка, это будет 10 мл, на 5 кг загрузки сухого белья. Средство потрясающе справляется со сложными пятнами от чая, кофе, вин, всякого рода соков, с обалденным ароматом. То есть вот после стирки вы получаете такую свежесть от белья бесподобно. Вот мне хотелось бы вам продемонстрировать, как работает, допустим, этот кислородный отбеливатель с такими загрязнениями, как... Вот я, допустим, с работы привез вот такую чашку, которая у меня там залежалась, много она не мылась и тому подобное. Сейчас жидкость для мытья посуды ее вряд ли возьмем. Но посмотрим, как в этом отношении подействует наш кислородный отбеливатель. Я сейчас насыплю буквально немножко туда порошочка. Вот, и налью кипятку. Предварительно чайник вскипятил. Вот у нас пошла бурная реакция там. И я сейчас буквально немножко подержу. Подержу, да? Как это будет работать. Можно, конечно, даже взять и, допустим, перемешать. Мешаем. Чуть-чуть подождем. И, соответственно, посмотрим, что из этого получится. И опять же возвращаюсь к ценовой политике. Вот этот килограммовый флакончик по цене каталога стоит 1100 рублей. В нем заложено 100 стирок. И, соответственно, вы можете посчитать, что одна стирка по цене каталога обходится нам 11 рублей всего лишь. Если у вас таких стирок, допустим, в месяц там 10, значит 110 рублей вы тратите благодаря вот этому средству в месяц на хороший качественный отбеливатель. Он является также очень хорошим усилителем к стиральным порошкам. И также вот, скажем, он очень хорошо справляется с загрязнениями при температуре от 20 до 90 градусов. И очень щадно и лояльно относится к цветным тканям. То есть, стирая даже при высоких температурах, допустим, в этом кислородном отбеливателе, цвета не будут выходить, если они качественно покрашены на ткани. Ну, а так, конечно, цветные ткани рекомендуется стирать при температуре там 30-40 градусов. И вот сейчас, смотрите, я выливаю этот отбеливатель. И что мы там видим? То есть, на дне кружка стала гораздо чище. Это вот буквально я подержал 1,5-2 минутки, да, и если дальше продолжить, допустим, механическим путем смывать вот это вот загрязнение, кружка будет абсолютно чистая, что я сейчас после ролика с ней сделаю. Ну и, конечно, как всегда, я в своих рубриках говорю и называю цену каталога. И мне хочется еще раз напомнить, что
Вы, как обычный потребитель, можете быть клиентом со скидкой 15%, если просто зарегистрируетесь на сайте компании Onway, создадите свою страничку и можете заказывать продукцию с доставкой на дом. Когда в течение года у вас получилось покупок как минимум на 10 тысяч рублей, вы автоматически программой будете переведены на VIP-клиента и на скидку 23%. Я считаю, что, скажем, имея под боком такой магазин, всегда удобно и выгодно его использовать именно в свою сторону. На этом я заканчиваю. Желаю вам чистого белья, хорошего аромата, ну и, конечно же, здоровья в вашем доме. До следующих встреч. Пока.